средства с вами балуются с утра. Доброе утро, ребятушки. Ох, проснуться бы с утра, дождик на дворе. Гену я на проводе. Петуля просила за каннеллони с мяском, вернее с рагу. Смотри, какой у меня красивый фарш. Но это не только к тебе. Это все, кто спрашивают. Сначала приготовим рагу. Рагу — это рагу алла болоньезе. Когда у нас зашкварчало, тут можно, чтобы был один лук. У меня моя классическая зажарка, вы уже к ней привыкли. И я сюда добавляю фарш. Прилично фарша. Потому что у меня здесь будут не только каннеллони, у меня еще будет лазанья. Лазанья алла болоньезе. Хорошо, это у меня двойная порция. Сейчас мы медленно наше мяско обжариваем, вернее наш фарш. У меня он только говяжий, у вас может быть разный. Какой вы любите, есть свинина, делайте свиной. Что сюда пойдет? Давайте сразу приготовим, чтобы ничего не забыть. После обжарки вино, потому что потом могу не показать. После вина соль, перец, мускатный орех, немного. После приправ томатик. У вас есть помидоры в собственном соку? Пробейте их блендером и вот этот томатик. Все, я пока занимаюсь другим делом. А вы тут можете мне мяско помешивать, чтобы не сгорело. Не, вы же помешивайте, я ж вас прошу. Я ж там котлетки люблю. Когда мяско стало однообразным. Видно, да? Шкварчите булькая. И сюда добавляем. Можно красное сухое вино. У нас белое. И дадим ему выпариться чуть-чуть. Молодцы, помешивайте, видите, как хорошо возле меня работать. Вот так, дело пошло, солка. Здесь у меня кастрюля большая, вы не думайте, это кажется, что она с ручечкой, что она маленькая. Литра на 4. Так, перец. Спросите у Лили, почему перца мало? Почему не досыпала перец? Орешек. Много не надо. Ой, как хорошо булькает. Досаливать можно уже потом по концу. А главное, мы главные ингредиенты уже добавили. Все. Колокольный звон, колокольный звон. Это я стучу по всей планете. Я вам сейчас напою, ребят. И заливаем это нашим помидорчиком. Так, у меня тут пол кастрюли, заметили, мяско. Смотрите, сколько лью помидор. Лей-лей, не жалей, не жалей, не жалей. Оно ж у нас упарится, понимаете? Выварится. А знаете, что сюда можно? Сейчас добавлю. Веточку сельдерея. Зеленую-зеленую. Смотрю, мяса очень много. Ну, давайте еще чуть-чуть. Ну, хлюпнем еще чуть-чуть. Ох. Ох. Вытираем мордашку баночки. Так. Вот это оно. Вот теперь на медленной огонь будете вы тут стоять полдня. Понятно? Наказанные в углу. И сельдерея в зубах. Это сельдерей у меня помытый. И листочки оставались, я их не выбросила. Видите, какая? Ныряй туда. Так.
идешь. Третий за компанию. Давай. Компаньоном будешь. Ты сегодня будешь компаньоном. Мы открываем. Прикручиваем, потому что мы же теперь уже можем про него забыть. На медленном огне. Часа два хай булькает. Час прошел. Стойте, стойте, вам тут еще булькать и булькать. Как минимум час, а то и больше. Вот эти вот веревки мы потом повыбрасываем. Но это будет потом, а пока булькайте. 2 часа прошло. Ну, наверное, пора выключать. Очень красивая рагу получилась. До завтра оно застынет. Эти соплики мы убираем. Все. Дай, дай сюда. И выключаем. Медленно будет остывать, еще будет довариваться. Делу время. Да. Куда ты крутишься? Ох ты ж чучело. Да туда крути. Как песенку запела, так камера и среагировала. Чуть бешамель не пригорела. Ой, лилёк ты даешь, как поешь. Короче, легкая бешамель, легкая. Ребята, не успеваю. 7 первых, 7 вторых, 10 зеленок. И все, надо бегом. Сейчас буду начинять каннеллони. Успею ли вам показать? Короче, видите, немножко довела до белого коленя. Вернее, до прижаривания муки. Сейчас потихоньку валю 2 литра молока и заварю, но без вас, на кофемашине. Ути какая! Представляете, это кастрюля с горой полная. Я ее с бара сюда бегом. Гляньте на вот это. Клоунесса! Ну что сделаешь, ребята? Продвинечек. Как маслица. Чуть-чуть. Ой. Не хочется вам шкребать по нервам. А что сделаешь? Работа такая у нас. Наливаем бешамельку. Видите, какая она жидкая? Это хорошо, ребята. Это очень даже очень-очень хорошо. И то, что она по столам разливается, это еще лучше. Теперь берем то, что мы сделали вчера. Да, я видео разделила на 2 шага. А что вы думали? Хочешь жить, умей вертеться. Берем вот такие вот бинокли. Если у вас нет биноклей, у меня разрядился стояк камеры. Если у вас нету бинокля, берите ракушки. Только не те, которые морские, а то зубы поломаете. А те, которые нормальные. Большие ракушки, большие макароны. Хорошо, вот, ребята. Вот этот жирок, видите, он у меня вчера. Он весь сверху. Чуть-чуть его снимаем. И чем мы начиняем? Каннеллони нашим рагу. Сейчас его отковырну, если смогу. Наши рагу, если смогу, ковырну. Если не смогу, не ковырну. Начиняем, в рядочки складываем и бешамелькой заливаем. Всем все понятно? У меня камера разряжается. Еще раз спрашиваю, всем все понятно? Молодцы. 7 минут. Это много или мало? За 7 минут 2 пачки. 2 пачки это килограмм каннеллони. Ни одного комочка, а? Вы видали такую бешамель? Сейчас бы я выполоскала молоком, но сегодня мне некогда, ребята.
Отстаю от графика, отстаю. Отстаю, отстаю. Надо было Терезу заставить, но это она мне до обеда вид начиняла. Ну никак, молочко обязательно, сливку. Хоть и бешамель жидкая, это не важно. Стакан молока как минимум. Опс, попало. Сыр не приехал, ребята, у меня сыр заканчивается, меня съедают. С потрохами меня. Так, вот это вот постоит у меня минут 40. Сейчас этот бешамель теплая. Все это мясо холодное, все оно соединится и в духовочке 170 градусов запечется. Минут 40, ребята. Потом покажу в готовом виде. Прощайте меня. Дорогие мои старики, я вас всех расцелую. Пришлось расцеловывать всех своих старичков. Представляете, каждый взял по кулечку еды. Я говорю, идите, пока свет выключен. Никто не видел, потому что сейчас клиенты набегут, а у меня одно блюдо опаздывает. Каннеллони, ребята, да, я сегодня с опозданием на 10 минут. Представляете? А что сделаешь? Жизнь она такая трудная. Сейчас еще 5 минут. С другой стороны им дам подзагореть. А, сейчас я им грин включу. Ну, некогда было, вы понимаете. Сейчас я им дам хымку в огню. В огню хымку. И добавить градусов. А, сейчас 2 секунды. Вверх загорелый. Буль, сейчас я вам покажу. Буль, канелата, буль. Ну, надо, чтобы не горели, а чтобы загорали. Сейчас 2 секунды буквально на вот этой вот красной линии. Ой, боже. Ой, боже. Хорош, ребята, хорош. Как всегда, горячие сырым не было. Гляньте, какие они шикарные получились, а? Так, обязательно сделайте. 7 минут вот этот противень делается. Что вам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Главное, рагу преждевременно сварить. Если я вам не покажу каннеллони, потом я их уже не покажу. Э? Каннеллони! Каннеллони кон рагу! Каннеллони! Я остывание это в тарелочку загородила. Мне ничего не осталось. Мне ничего не досталось. Гора всего. О, 3 корочки хлеба. О. Боже, кошмар, ребята. Это тихий ужас. Это не назвать ничем. Сколько людей. И все голодные, представляете? И всех с голодного края. Выключила свет, чтобы народ не шел, потому что все. Гляньте, что творится. Гляньте. Ложки да плошки. Одни макарошки. Вода грязная. Все.